Порядка двух десятков работ представила на своей первой персональной выставке юная брестская художница Софья Морощук. Символично, что когда-то давно в этих же стенах она впервые показала зрителю свое хобби и уже тогда смогла удивить и затронуть сердца взрослых. Сегодня об этом моменте напоминают многочисленные снимки. Прошли годы. За это время девочка выросла, причем и в профессиональном плане в том числе. И теперь она готова показать публике то, с чего все начиналось, и то, чего сегодня достигла юная художница. Творчеством я занимаюсь очень много. Наверное, большинство своего времени я фантазирую себя в голове, что такое нарисовать, что придумать, что сделать. Работы Софьи отличаются некоторой сдержанностью. Это хорошо подчеркивает характер самой юной художницы. Она всегда собрана, сдержана и сосредоточена на результате. Идейным вдохновителем с первых занятий для девочки стала ее учитель Алена Парабкович, которая смогла разглядеть в Софии талант. Соня пришла заниматься с 4 лет. Она тогда была маленькой, такой хорошенькой девочкой. Она всегда и раньше, и сейчас была очень спокойной, но вдумчивой. То есть с ней никогда не возникало вопросов в плане «хочу, не хочу, буду, не буду». Да? Она всегда слушала, пыталась понять, принять и сделать. И это очень золотое качество в ней, потому что благодаря этому она смогла узнать много нового и сделать много нового. В работах Софьи Морощук часто присутствуют разного рода сооружения, строительные конструкции, и это неспроста. Вот уже несколько лет юная художница мечтает о профессии архитектора. Судя по тому, с какой недетской серьезностью и уверенностью она работает, нет сомнения в том, что и с этим делом девочка справится, ведь Софья значит мудрость. Мои родители, они очень любят, когда я рисую, творю, создаю, когда я мечтаю. И Алена Сергеевна, она сделала для меня очень многое. Я ей безумно благодарна, и она меня поддерживает и в плане психологическом. Однако это пока впереди. Сегодня Софья уже продумывает вариант новой выставки, которая обещает быть не менее красочной и интересной. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щербантон, Луговкин, телекомпания «Буктова».